Доброе. 7 утра. Сегодня с вами Цунуля Красотуля и Мамуля Лопатуля. Мамуля сбегала в магазин, я еще спал. Только встал, меня мама разбудила. Ну, я думаю, показывать, я могу не показывать. Mm. Так, купила я еще один лавашек. Лавашек такой. Так. 49 да? рублей. Да, завтра будем это делать. Да я тебе купила, покупила еще это вообще другое. Такие, у меня есть яйца, фигня. Ага. Я у нее просила свежие на майонез. Майонез, говорю, надо купить. Ага. Те-то пойдут на это, варить, жарить, а это... Чисто на майонез. Да. О, такие конфеты ну, по 336 рублей. Васильевичка, ой, такие конфетки, да вчера купили по 2 конфетки. Морковки взяла, у нас морковка еще маловатая, так вот, ну и это быстро. А, морковка прошлогодняя. 78 рублей прошлогодняя морковка. Ну, она выбрала такие, это более-менее. Ну, уйдет морковка. Наша. Хлебушек. Через пару недель будем рвать. А там уже большая? Да, ее можно будет через пару недель. Так, вот это вот. Вот это. Я имею в виду, одну вырвать можно? Посмотреть, там нет, одна. Она ботва-то, это вот на этой ветке. Она да еще... Я откапывала, она почему, она вот такая толстая ну, уже. Ну, еще рано ей, зачем? Толстая, ну, она пусть сидит. Ее не так много, это собака напить, конечно, ячневую. Килограмм по 46 рублей, короче, ячневые да. крупы. И вот лапок опять, потому что там на раз. Сварить нам лапок, хорошо. Лапки. По пакетам. И помидорки взяла мне что-то. У меня там нет помидорки, но они... Это, ну вот, короче, все. Помидорки. Мама сбегала, купила. Так, это у нас... Это вообще кошмар. Я и говорю... Сосиски. Эти шпикачки, это вообще-то... Это мраки. Их пораздуло, поразопало. Вот ножичком с эту кожицу тирать, ну это вообще ужас какой-то. Порасплющило их, короче, как а это. Там фарш тоже непонятный. Короче, какой. Непонятный фарш. Короче, больше брать не буду, только мясо будем. Мы собирались больше брать. Да, теперь... А ты пошел опять купил. Ну, других, но... Опять пролетели. Ну, других короче, лучше мяса нету. Ребята да, и девчата. Мяско, вот, короче, мясо. Лучше курицы, свинины, курицы, говядины, мясо, любого вот, мяса нету. Или курятину, да. И, ну, индюшатину ее как-то не да, любое мясо, но не да. вот это бодяга. Это мы в прошлый хлебно-соевое. Раз покупали-то. Я покупала. Ага. Вот туфта, туфтой. Сейчас туфта и мы-то. И сейчас тоже туфта, туфтой. Ладно, только мясо будем готовить. Когда-нибудь, когда деньги будут на мясо. Да. Все, вот день у нас начинается. В общем, у нас мама срезала первую нашу скороспелку. Скороспелка, да, а капуста. Там еще, там на той грядке, где крупы, это... Вот своя домашняя капуска. Да? Срезала. Там так. Еще два вилочка. А на той грядке там три вилка... Сахарная называется голова, ну не знаю, что там за сахарная голова, три вилка, но она поздняя, это на засолку, а там одна цветная у нас, и по краешкам там должна быть тоже скороспелка, но там, что-то я не поняла, там вот такие, ну пусть растут. Понятненько. А это сейчас крошим, собакам варить. Вот это собачкам покрошим, я буду ставить сейчас с лапками, с крупой, оно... К вечеру да? сварится все. Кстати, собачек я накормил уже, собачек покормил уже. Да не стал пока показывать, пока приезжали в гости кое-кто. Я не стал показывать, с камерой бегать. Сразу накормил пока. И все. В общем, наша первая капуста. Кстати, быстро загляну в комментарий. Камера стояла вот здесь. Ну, вот здесь я стоял. Силуэт мужчины, пробегающего в окошко, какую-то голову видели. На 7 минуте 35 секунде. Ну, это и так и пробегал. Все усмотрели. Все углядели, все усмотрели. Гараже водится, да. Ну, запонимается. Все увидели. Да. Вот все увидят и лупы не надо. Господи. Увидят. А мы потом посмотрим, я посмотрел, да, там голова мужская пробежала. Ну, черненькая, это... Это Виталя. Такая, смотри, а у нас больше никто не бегает. Да?
Василий Чигари. Кошки с собаками. Ну, правда, два кота. Но они это... Два кота, две кошечки. Остальные все кошечки. Так, ну ладно. Собачки. Первое наше это. Да. Она уже... два белка таких же, они начинают уже это... Это их надо едать. А тверденькая, хорошая. А потому что сколько там это ела это, зараза. Подсаживала. Ну вот столько у нас выйдет. Ну, хватит нам. Если три вилка больших будет, сахарная голова, она должна быть большая вилки. Ага. Я их посолю, дай бог это вырастет, и нам хватит. Понятненько. Значит, копаемся. Остальное съедим. Хорошим. Я сколько съедила это, и штук 5, наверное, или 6 корешков цветной капусты. Вот одна только бедная это. Остальное все почикали. Жалко, конечно. Ну ладно. Будем. Как-то так. Что делать. Есть? Да. А кстати, вон на той грядке уже, да, морковка у нас через неделю уже, через неделю. Она там большая уже. Будем выдирать свою. Она уже там большая. Помаленьку. Ну, здесь нынче ее мало, конечно, у нас. Кстати, пишут еще в комментариях. Вот я вот когда говорю, читаю комментарии, все равно людям интересно. Мы вот заглядываем, бывает, блогерам. А нам он интересно не сколько сам блогер, а когда он читает и отвечает на комментарии. Сосветие, короче, сосветие у тыквы надо обрывать. Я не знаю, мы ни разу не короче, обрывали. Не надо. Я сегодня ты обрывала пришла, сосветие? Они же идут плети вот так, тянутся. Я просто оборвала вот этот, который длинный сейчас, эту, который последний, вот как она говорит, верхушка, вот она же будет тянуться. Я вот сейчас обломала этот, ломала, потом мне надо сходить в картошку посмотреть, чтобы она по боковушкам это, а то оно будет тянуться и все, да. Я знаю, что нужно. Ну а соцветия какие? Они, я только отрываю вот это, чтобы она в длину плети не пускала, чтобы по бокам пускала и все. Ну, я пробегусь потом, будет у меня время, я пробегусь по картошке. Там уже у нас, видите, картошка, она неравномерно цветет. Вот тут даже два куста вот сейчас только еще цветут. А где в серединке уже начинает засыхать, потому что садили рано, и она угу. Вот неравномерно. Так бы дружненько зашла вся, дружненько отцвела, и дружненько потом стала это. А у нас, видите, как... Ну, потом будем, там уже 4 куста, наверное, дней через 10 можно будет их подкопать. Кого? Выкопать, потому что они засыхают все. Куста. Остальные вот еще только вот 2 или 3 куста зацвели. Так что. Ну, все, вот, в принципе, вот такой просто. У нас огород нынче. Ну, вот. Так, попробовать, кстати, я не пробовал. Фуфло, ну, какую съесть? Сосиску, сейчас я быстро съем сосиску. Я же на вкус с тобой не говорил, какая сосиска. Кого? Там салат еще и это тебе оставилось. Нет, салатики нет. Я просто сосиску сейчас с этого стрескаю. Нет, ты возьми ножичек и сверху. Нет, я так обгрызую. Да зачем обгрызать? Это они, это, натуральные кишки ножичком просто раз и все. О, и кстати, пойдет. Давала. А, у него... а это я закинуть надо этим сам. Тут даже сало, кстати, есть, но они сами ну, не вкусные. Но соленые. Соленые, перченые. В общем, мы первый раз обожглись перед этим, не хотели брать. Но Игорь у нас решил опять идти это. Взять, купить. Ну, теперь будем это. Надо сделать, хочу я, знаешь, рыбку купить, терпуха купить, и я жабры вытащу. И три рыбки, они должны быть крупненькие. И вот на решеточке это запекешь их. О! Вот это, кстати, я закину вариться с собачкой. Сейчас отведаем. Но я уже так и не пробовал. Я вечером вбил. Он не ел, это мы с Васильевичем попробовали. Это... Соленая. Соленая, перченая. Ё-моё. И в общем, и вкус там. Вообще они. Вы знаете, ну вот как бумажка, не бумажка. Угу. Вот она вот, как тесто вот как будто бы. Мама, тут другая бумажка, туалетная бумага. Переживали какие-то тесто, выплюнули его. Не тесто, а фарш. Вообще. В общем, ужас тихий. Соли, само мясо аж вы. Да это туда эти, сало добавили. Я не знаю. Перца, сало, чтобы не воняло. Да, мы уже вот у двух производителей покупали последние. Все вот это вот ерунда.
Вообще кошмар, не знаю. Надо, нет. Лучше он рыбку взять, да, потом или курицу, или мяско. И там же у нас продают эту, я что-то не спросил, почем селедка, она соленая? Нет, зачем тебе селедка соленая? Я куплю лучше эту. Я имею в виду... Тепуха. На этом, на костре. Ты хочешь селедку? Да, она как-то... Нет, селедка нет, она Нет, я хочу взять терпух. У него мяско беленькое. Я жабры вытащу, кишочки вытащу, все это помою, она будет... Она такая довольно крупненькая рыба. И мяско белое у нее. Вот и на костре, на решеточке ее это и покушаем. Охота мне вот такое делать. Ну, у нас, видите, как, у нас в городе рыбы-то нормальной толком нет. Вообще, заморозку покупать ее. Страшно покупать. Разморозишь, она вся эта, оползаться будет. Так, а чтоб не сглазили вот этот ролик выйдет тогда, когда я уже приеду. Короче, все-таки мы надумали, съездим с брательником, посмотрим по грибы, выросли ли грибы, потому что везде дожди шли, посмотрим. А как раз этот ролик выйдет, когда я уже домой приеду. Ты что, сегодня это бросить? Нет, завтра утром. Ну, завтра Маша будет дома. Маша. Не знаю, посмотрим. Короче, видно будет, не надо догадывать, покажет, Бог поможет. Не надо догадывать. Уже продают грибы? Да, грузди. У нас тут и грузди, тут грузди, лисички. И лисички продают. И опята продавали уже такие крупненькие. Вот бы мелких вот таких вот сопливчиков набрать. Ой, как хорошо. Ой, с ними возни. Мы бы, ну, а что там возни? Их вымачивать не надо, их просто нужно мыть. Я имею в виду вообще, собирать вот их. Если, а что их? Смотрите, я объясню. А что их умотлят-то эти маслятки? Кто не знает. Сами по себе маслята, грибы, они никогда не замачиваются, они сверху очищаются, они моются и сразу варятся с солью. Ну, кто же снимает вот пленочку с этой, ну, я не снимаю никогда. Маслята мрозь, смотрите. Вот такой маленький половина от сосиски, по идее, вот масленок вот этот, таких, вот да. Совсем, да. Он похож, он твердый, он похож, знаете, на что, я не знаю на даже, бабок. На какой гриб, на какой-то... На А бабок такой действительно тревожный. Ну, он, видите, а вот он эти маленький, уже большие, он они... сильно сопливый. Он, да. Он такой, у него шляпка такая прямо, это, так, довольно гладкая. Это чем он больше, сам этот, сопливчики мы называем их, значит, он у него, это... Дайте смякать конфетку. Конфетку! Сейчас я смякаю сразу да. Конфетку. Чтобы засолотить все. Не знаю, мы никогда, вот это мы мыли, никогда эти вот сверху эти не снимали. Просто потом их помыть, отварить их в посоленной воде. Всегда вот отваривали, да, их. А потом, пожалуйста, можно икру было сделать с них. И пожарить, заморозить. Можно их пожарить. Заморозить, а потом с картохой жарить. Или сделать маленькой... По-разному. Ладно, ребята и девчата. Классно, да? Сейчас отец. Конфетки вкуснее, кстати. Я могу кушать колбаску и конфетку сразу, по идее. Вот и варенье заживет. А варенье же не очень люблю. Запивать. И кофе запивать. Ладно, день у нас продолжается. Вот такие у нас шпикачки. Сейчас все шинкуется, делается, бумажка выкидывается. Ну, в общем, как-то так. И будем загадывать, но сделаем разнообразие. Поснимаю любителей. Ой, это природы. Любителей природы. Да, а то нынче не снимали природу. Да. Кто нынче не снимал, у нас все равно кто-то любит из этого. А потому что в то место не ездили. Я знаю. Ну там-то туда не ездили. Ездили. Ну я не снимал там ни разу. Это сейчас другое место. Да. Все, шинкуем, ставим собакам. Все. А эти две кто будет доедать? Это надо отложить это. Ну вон заверни. Я сейчас заверну, короче, в эту. Расползлись.
Надо потом, если у другого производителя купить, просто их это первые наколоть это зубочисткой. И прямо, может быть, у кого-то будет напальное еще, потому что их производителей-то развелось у ее. Ага. ТУ. ТУ. Ага. И пивка. ТУ. В общем, отец сейчас будет делать майонезик. Налили 540. Вот 500. Вот 500. Вот она 500. Да, я ровно делаю 540 миллилитров. Нормально, нормально она. 60. Нормально, нормально. Так, Рит по огороду и посмотрим, что там у нас это. Варится же уже. Я сперва косточки, короче, отварил. Ну вот, косточки вот это с капустой. И только сейчас, недавно, крупу засыпал. Как всегда, ежедневный рейд. Скоро эти рейды закончатся. Как все знаем, овощи, они не бесконечные. Так, на 24 июля картофан у нас выглядит вот так. Непонятная зигулька сидит 3 месяца уже. Чё сидит? Ну-ка вот так голову беру. Чё сидит? Кто сидит? Нифига не растет. Так, картошка. Подсолнухи, говорят, выдрать. Нормальные подсолнухи. Подсолнухи вообще в сухоте растут. А я тут их еще и поливаю. Нормальные подсолнухи, отличные. Так, чё тут у нас? А, вот мама говорила. Оторвала, чтобы не ползли. Во. Тыква обломила, чтобы не ползли, не ползла. Вот она говорила, кто ползет, ползет в длину, чтобы сок наитываться. Картошечка еще подцветает. Он наша самая большая тыква на данный момент. Так, ирги нет, точнее ирги. Тут мало. Маля, маля ирги. Я каждый раз хожу, жираю. Сколько дала? Много дала, кстати, ягодки. Ягодки немало дала. Это я заговорил, Саш. Так, фокус, фокус. Оба! Нету. Так, подсолнухи. Ветер пошел. Ветер подул. На улице парит, кстати. Мама кислицу когда отберет? Кислая кислица. Да, надо сегодня ягодку дособрать, оставшуюся вишенку. Вот, зеленовато, оставшуюся вишенку. Да, я возьму ведерко и оставшуюся вишенку дособирать надо ее. Вишенка нынче вагон и тележка. Так, смородина. Чего тут? Нету смородины? Нет, молодой куст. Березка обыкновенная. Сидишь, сидит. Люблю березы в России. Лучше дерева и нашей елки сибирской нету. Эти все их не так. Морковка обыкновенная. Можно уже, по идее, она уже местами большая. Светет, короче, кабачок. Кабачки. Они еще только на свету. Вот они спрятались, спрятались, цветочки красивые. И цветов садить не надо. Красота, ух, мяконькая. Морковка, батончик, чесночок немножко. Все, одной капустик пришел. Мама крошит скороспелку. Укропчик, вон они кочаны какие уже. Можно есть. Ну, морковка уже. Можно частями. На супчик. На супчик уже можно. Уже можно. Уже можно, уже можно на супчик. И рядить не надо, кто-то пишет. Рядить. Ничего не надо ее рядить. Она как надо сама, как трава в это порядится. А, свекла у вас на листу. Читал комментарии. А, как на листу. Мол, сама свекла внутри корневища не растет. Как не растет? Все растет. Все растет и пышет. Все пердит и дышит. Все растет.
Не видно? Ну все, растет. Так, свеколка. Обычная капуста белокочанная. Ладно, туда не пойдем, вишню. Суперкартошку. Так, что мы идем? Мы же идем помешивать наши... Кстати, ветер подул. Нашу суперкашу. Сейчас заодно посмотрим, что там. Помешать все-таки надо. Нашу суперкашу. Кстати, кошки пожрали. Кошки сейчас чалятся. Отдыхают. Что тут у нас? Наша суперкаша. Суперкаша, наша каша. Так. Оба! Кашка. О, поднимается. Во. Кашулька. Вкусная кашулька. Кашка. О, вещь какая. Аппетитная, обалденная вещица. Так, закрываем крышечкой. День у нас продолжается. Сейчас приготовил домашний майонез язык. Как раз. И баночку. Как раз хватает ровно на вот такую баночку. Сколько тут? 500 миллилитров. 500 или 600. Больше 500. 670. 670. Ну, короче, на 700 миллилитров. Подсаливай, поешь, салатик. А что так шишки много натопилось? С рыбы, да, что ли? Да, это картошки из рыбы. Ну, вот прям жишки аж, да, вообще вот натопилось. Она. Но она у нас тише. Получилась как бы тушеная такая, ну вот. Тушеная. Вода, короче, рыбу водой накачивает, одна вода. Да причем рыбу? Здесь и картошка, и... Вот сколько натопилось, ну что теперь, пойдет и к сам нашим пойдет. Всем пойдет, здесь салатик еще немного. Да? Сейчас попробуем, короче. Нет, они... Не... Нет, я сам возьму, я... Самообслуживание. Самообслуживание, что я, маленький уже, что ли? 35 годиков вроде бы уже. Сам возьму. Соли, жишки много сильно. Стояла, долго-долго стояла. Сперва в фольге стояла, потом без фольги. Долго стояла и что-то как-то. Но было еще постоять чуть-чуть. Так и так сколько она там стояла часов в таком жаре 180 градусов. Так. Попробуем, короче, эту рыбку, кусочек рыбки. Это у нас минтай обыкновенный. Где тут без косточек? Ну-ка, без косточек. Я хочу без косточек. Не люблю я рыбу их кушать руками. Косточки. Косточки попались. Ну-ка, надо без косточки, мастер-класс. Ну, минтай он и в Африке минтай. А, козявка застряла. Так, минтай он и в Африке минтай. Приятного аппетита. Кто кушает? Надо было еще чуть-чуть поставить. Ну, ладно. Долго. Прям уж стояло. Очень долго, не знаю. Температура хорошая. Ладно, вот такое у нас блюдо. Сейчас пойду собирать ягодку, что-то жрать захотелось. Вроде бы решил сесть попробовать. А захотелось пожрать. Пойдем собирать ягодку.
Салатик надо почухать жить. Паша, что-то и жрать захотелось. Ну, серьезно, и жрать захотелось, правда. Только про козявку заговорил, жрать захотелось. Сыроватая картошка, надо было еще стоять. Сыроватая. Она долго сильно стояла и. Она и так у меня стояла час. Крутит. Ну, съедим. Она долго стояла, что? Она долго у меня стояла. И так тоненько-тоненько нарезала. Ну, потому что картошка, я говорю, она такая картошка, что это. Картошка сама по себе такая. Да, что ее надо долго варить, она это. Как мясо. Да. И так тоненько-тоненько прямо. И тем более она в этом бульончике тушилась, она под фольгой тушилась и так тушилась. Ну вот, такая картошка. Не рассыпчатая. Так пойти вишенку дособирать? А? Пойти вишню дособирать, да. Собирать. С табаком творит? Ну, я выключил, потом на стыд сын донесу. Ты там высыпал всё, что было? Отсюда не брал это? Ничего не брал оттуда. Там было. Она была. И оставалось. Куда это? Там все оставалось. Ну, рыба-то, надеюсь, готова. Ну, рыба-то готова. Ну, конечно, она готова. Ну это маленькая у нас, с рутинкой. Рататуй у нас, казачок. Ешь салатик. Ты упала, не пропала, да? Ладно, сейчас я буду капусту, это я ее все по этой самой. Что ты, почикаешь? Катаю с мяском и вечером сделаю мне на лавашок. Ну, мне надо успеть это, на зарядку батарейку потом на ночь поставить. Так? Ну, сделаем. Сделаем, конечно, там где-нибудь. Чтобы лаваш не зачерствел у нас. А лаваши там это, непонятно какие. Армянские? Там узбекские? И армянские, там и Азербайджан. Или узбекские. Ну, посмотреть надо, там они что-то тоже такие-то. Делаю. У нас ничего не пропадает. Все ну, подготовим. Да. Мне это вот начиночку делать. Краф Васильевич накрутил майонез. Нынче такой крупный майонез получился. Ну, это из-за масла, наверное. Почему из-за масла? Разное масло и разный майонез ну, по разное, вкусу. Разное, да, разное масло. Масло разное. Разное масло. Да он еще прямо так в меру все удачно. Это прямо вот такой вкусненький, сам по себе. Делаем, кушаем, будут лаваши. И сегодня, завтра, что ли? Ну, там кушать. Уха есть, петуха, кашка есть. О, а уха еще не ели, но да подлезать завтра все. Завтра еще, но завтра хватит на день. Завтра ничего не будем готовить. Подъедать будем все, что есть. Рыбку. Кого? Рыбку. Да рыбка, она быстро готовится. Да, рыбка, она. Она ж нежная. Она раньше, помню, минтай был самый дешевый, короче. А то она же не филига. Ой, что-то я проглотил. Ну так ты аккуратней, ты что, кот проглотил? Да нет, наверное, мякоть. Ну так ты смотри, аккуратней. Что-то я проглотила, что проглотил? Что-то... Даже не жевал. Да, что-то не живо. У нас организм не как у собачек. Ну, ясно дело, кости-то не переваривают.
Как не перевариваем? Колбаску едим. Ой, правда, бедная печень наша. Там же ну, мясокостная мука и прочее удачная. Это. Сами фотки свое это. Свои органы. Ладно, пойдем собирать ягодку. Что здесь сидеть? Этот ролик, ну, наверное, ты иди, все подряд, все, что да, есть, все, что вижу, зеленое, красное. Получится, я его это завтра. Да, пособираю. Ладно, ребята и девчата, вот такое у нас получилось утро. Это не утро, уже обед. Ну, уже обед для кого-то. Для кого-то. Утро для кого-то обед, короче, время 15 минут второго. Ну, ролик будем заканчивать. Конфеты долгоиграющие, да? Да, понятно. Труба зовет, надо идти делать. Ладно, вкусняшка. Все, перекусил. Куриная картошка с рыбой и все, и салатиком. Ну все, всем пока-пока, еще увидимся. Ну, сметана вообще непонятно какая. Вот она даже не разошлась, не растворилась вообще. Не захотела. Ну все, всем пока-пока.